Всем привет, ребята, на канале Софи Ларсен, и сегодня у нас будет влог. Вы уже заметили, что я немножечко с обновлением выхожу во влоги. Мне это было до такой степени необходимо, что я просто не могу передать. Честно, у меня все это время не было моего мастера, вот, которому я могу полностью довериться и так далее. Понимаю, что все будет идеально, поэтому, скажем так, я шла просто к мастеру, у которого ни разу еще не стриглась, ни разу не красилась, просто с картинкой, какая мне нужна стрижка и какая мне нужна покраска. И вот все вышло просто настолько идеально, поэтому, мне кажется, своего мастера я уже нашла. Я убрала немного свою длину, потому что у меня были волосы длиннее. Стрижка у меня идет такой легкий-легкий каскад. И также я сделала такую удлиненную челку. Я, наверное, хочу челку еще где-то с августа. И вот только сегодня, наконец-то, ее сделала. Поэтому мне просто не передать моей радости. Покраска у меня милирование с теплым подтоном. Раньше мне всегда делали покраску в холодном оттенке. А сейчас мне начали попадаться фотографии в Пинтересте. Именно, знаете, такой оттенок меда. И вот я захотела то же самое, поэтому я просто сфоткала эту картинку, пришла, сказала, сделайте мне точно такое же. И вот так вот это все получилось. Мне очень нравится. Влог начинаю снимать в 4 часа вечера, но все из-за того, что я просто с самого утра собиралась в парикмахерскую, потом там пробыла еще часа 3. И поэтому вот все так получилось. Только что я посмотрела фильм «Джейн Эйр», опять же, с книгой мало что сравнится, потому что, в принципе, я любитель книг, и по большей части я читаю именно книги, нежели смотрю фильмы, но все же, когда я нахожу какой-то фильм именно по книге, которую я читала, то, знаете, мне становится просто безумно интересно, что же все таки получилось в этом фильме. Именно из-за того, что сюжет в основном очень упущен, я не люблю такое. Когда дело касается какого-то романа, а именно из классики, так это просто мое все. После того, как я посмотрела фильм «Гордость и предубеждение» после книги, это была просто, ну, такая невероятная атмосфера, мне не передать. И сегодня я посмотрела «Джейн Эйр». Конечно, книга в 100 раз, а то и в 1000 лучше, потому что больше понимаешь все эмоции персонажа и так далее. Но вот фильм передает какую-то атмосферу, и это тоже очень даже неплохо. В общем, сейчас я хочу выбрать новую книгу для чтения. У меня есть некоторые варианты. Сделать выбор между ними очень тяжело. Сейчас меня тянет на детективы, серьезно. Я хочу выбрать что-нибудь из Агаты Кристи. У меня есть ставки на последний сеанс. Это сборник рассказов. И вот многие говорят, что там просто нереальная атмосфера. Вот. Меня очень интригует «И налышилась жодного». Это 10 негритят, поэтому мне кажется, просто я обязана прочитать ее. В общем-то, давайте доставать. Уже иду домой, я именно со школы, я сдала даты и термины по истории Украины. Для меня сейчас это было, знаете, довольно-таки тяжело, потому что именно по истории Украины тяжелые даты. Безумно этим довольна, что так все получилось, и поэтому это просто, ну, не может не радовать. Я захотела сдать из-за того, что в понедельник у нас будет контрольная, и потом на все это дается только одна неделя, это много людей, поэтому я решила сразу сдать и просто забыть об этом. Поэтому я уже сейчас такая вся довольная, иду домой. Хочу сделать немного уроков, потому что в понедельник мне уже нужно выходить в школу, и мне задали довольно-таки много. Конечно же, мы будем начинать все именно с истории, куда же без нее. Многим может показаться, что я делаю исключительно историю во влогах, но вот именно
именно этому предмету я уделяю много внимания, много своих сил и так далее. Поэтому он для меня в приоритете. И вот, в общем-то, я его чаще всего и делаю. Так что предлагаю начинать с всемирной истории. Что ж, историю я сделала, и, если честно, это просто не может не радовать, потому что я уже подустала. Сейчас я уже хочу пойти принимать душ, потому что я хочу лечь пораньше, именно из-за того, что я начала восстанавливать режим. Это так круто работает, то есть где-то после 3 дней того, как ты нормально спишь, именно в одно время засыпаешь, в одно время просыпаешься, вот реально очень много энергии появляется, и вот какого-то желания что-то делать. Так что сейчас я должна собрать такой, знаете, свой весь уход в ванную. Что ж, эта корзинка отправляется со мной в ванную. И здесь, в принципе, все то, чем я пользуюсь каждый день или же через день. Это у нас идет гель для душа от Victoria's Secret с запахом ванили кашемира, гель для умывания от Виши, мицеллярная вода Биодерма, также мист для лица от Mario Badescu. Это моя просто самая-самая любимая маска от Payo. Она делает лицо просто бархатистым. Также мне очень понравился этот шелк от Shi с органовым маслом. Я реально могу его советовать, потому что он просто делает волосы безумно мягкими, а у меня волосы сухие, и вот поэтому для меня такие штучки очень важны. Сыворотка с ниацинамидом и цинком от The Ordinary. Тонер с гликолевой кислотой от Pixi. Это просто моя любовь. Точечная паста для прыщей от Payo. И также роллер от Kika. Мне кажется, этот набор средств просто самый-самый прекрасный для меня. Ну что ж, сейчас уже пойду в ванну, и мне безумно приятно, что вы провели эти дни вместе со мной. Я вам показала, как я провожу всю свою жизнь повседневную. Вообще, какими делами я занимаюсь. Мне кажется, вышел влог довольно-таки неплохим, потому что много чего я делала, и я наконец-то сделала новую прическу, что просто меня безумно радует. Поэтому мне очень приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Ну, на этом было все. С вами была ваша Софи Ларсен. До новых встреч. Пока-пока.